Доброго времени суток, уважаемые гости и подписчики канала «Зарплата за удовольствие». Стоимость трансфера на городском такси между аэропортом Внуково и Домодедово составляет 1040 рублей. Осуществляет перевозку городская компания «Стиль». Вы можете заказать такси по городскому номеру, находящемуся на странице в интернете компании «Стиль». Мы сегодня же говорим о секретной теме, как покушать в аэропорту Внуково, в дорогом аэропорту города Москвы, за 300-400 рублей на двоих. Для этого вам надо пройти в терминал D пешком, из терминала, из которого выполняются регулярные рейсы, пройти рамку контроля, пройти внутри здания, в противоположный конец, подняться на второй этаж, и там будет столовая для сотрудников аэропорта. Пусть вас не пугает название на входе и предупреждение о том, что с чемоданами заходить нельзя. Основной вход находится под магнитным замком и открывается со служебной карточки, но рядом находится служебная дверь, через которую вы спокойно совершенно можете пройти в столовую, там покушать, получить удовольствие и, расплатившись, узнать, что вкусный, емкий обед для двоих стоит 300-400 рублей. Поэтому во время путешествия можно не то чтобы не похудеть, но еще и потолстеть, зная эту информацию. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и ждите следующих комментариев на секретные темы о том, как путешествовать за небольшой бюджет с большим комфортом. Благодарим за внимание.